отец, Алекс Мейсон, отрекся от всего. Наготове 1000 дронов, готовых к запуску по моему приказу. Если Россия или силы самообороны что-нибудь затеют, знаете. Министр Петреус, армия наготове. Последний раз боеготовность третьего уровня объявлял министр Рамсфелд почти 25 лет назад. Знаю. В тот день я лично возглавил патруль. И мыслил со мной. Но основной труд все еще впереди. Уберите этого мудака с моей палубы. С радостью, сэр. Мы его взяли. Делай все возможное. Я буду на мостике. Мне уже не 10 лет. Но можешь попробовать повторить свои фокусы. Богатство греха, мы за него поплатимся. Вот ведь самодовольный кусок дерьма. Хватит говорить загадками. Ее отняли у меня. Ты уже знаешь, каково это? Склад сожгли ради выплаты по страховке. 11 тысяч долларов. Вот во сколько ценили ее жизнь. Она была смыслом моей жизни, но ты, Дэвид, ради чего живешь ты? Ради меня? Эйнштейн как-то сказал, анархия капитализма является истинным корнем зла. Твой отец и эти люди отняли у меня Жозефину. И вот,
Супаэсту Морту. Твой отец мертв. А эти люди... обречены. Да, продолжайте, адмирал Брикс. Надо разобраться. Воздушное пространство Абама вошел в пассажирский самолет. Стоп, это птицы? Я бы раздавал законы строгие. Стрелять их. Дикарей. На нас напали. На нас напали! Да их тут сотни. Мы только что потеряли видеосвязь с камерой допроса. Следите, Мелендес. Встретимся на мосте. Если он шевельнется, убить его. Понял. На Абаму напали. Из этой комнаты никого не выпускают. Ты знаешь, что я тебя не убью, Дэвид. Но если не бросишь оружие, я убью твоего друга. 5 секунд на решение. Надевай. Повернись. Менендес сбежал. Что? Наемники с помощью планеров провели массированный штурм Обамы. У них стелс-технологии, мы сбили всего несколько. Они уничтожают корабль. Нам нужны тяжелые орудия из арсенала. Они убили охранников Менендеса. Берите все, что нужно. Менендес один бы не справился. У него и тут есть люди. Надо сосредоточиться на контроле над Обамой. Охраняй Брикса. Ясно. Закрыть двери серверной. Никого не впускать, не выпускать. Скоро все закончится. Удачи тебе. И тебе. Нужно пробить себе дорогу к мосту. Пацаны! Еще одного на планер! Выйдет на посадку! Я пытаюсь отвлечь внимание от наших людей! Не упусти его! Я рвану на мостик и отрублю оттуда автоматику! Доктор Бухна! Thank you.
Адмирал Брикс, терминал управления наглухо заблокирован. Имеется на моей связи с Ярмарком. Леонид, сидел, мистер, побыстрее, поняла. Мерден, всегда на шаг. Мы должны его найти. Уже в пути. Потерял связь с адмиралом Риксом. Он может быть в опасности. Мы получаем картинку с камер. Запусти распознавание лиц всех людей на корабле. Мы должны найти Менендеса. Поиск совпадений в базе данных системы безопасности. Перезагрузка всей системы — это серьезный риск, сэр. Нет гарантии, что она потом запустится. Зачем сейчас, когда она истребляется? Делай. Сэр, мне нужно получить ваш допуск. Брикс, Менендес совсем рядом с серверной. Не отключайте систему. Без нее Менендес ворвется внутрь. Брикс! Менендес, адмирал Брикс перезагружает все системы. Пытается восстановить контроль. Асалазар. Он там вместе с адмиралом.
каждый членосос! Я сдамся. Когда все закончится? Парень, я увижу твой труп еще до того, как ты решишь сдаться. Я тебя не виню. Почему бы Салазару это не сделать? Брикс хороший человек, Менендес. Не убивай его. Выстрели в ногу. Ты сказал без ненужных смертей. Я сам решаю, что и когда нужно. Брикс ранен. Всем офицерам СБ, командир Дэвид Мейсон. Салазар, боец отряда котиков, работает на врага. Проверь раненых. Он так и задумал. Менендес пронес набор целеревый чип и взломал систему. Теперь в его руках сеть СМИ, управляющая всей эскадрой дронов США. Мы должны сообщить в Пентагон. Брикс мертв. Пусть инженеры срочно этим займутся. Нужно найти источник сигнала управляющего спутниками. Что случилось, черт возьми? Салазар всех нас одурачил. Он работал на Менендеса. Да твою ж мать, чувак! Чем ты думал? Он ведь был одним из нас! Сектор, это команда службы безопасности Эпсилон. Мы взяли Салазара. Он сдался без боя. Ты где? Второй ангар. Уже иду. Что с Менендесом? Он убил одного из наших. Пара секунд не хватило, сэр. Предал Салазар. Сегодня трудный день, Сектор. Но завтра мы все победим. Все. Не ты! Дрона.
вот-вот спустит наши дроны на весь земной шар. Атаками дронов на ваши города стоит Рауль Менендес. Соединенные Штаты не вторгались в Китай. Мы все оказались пешками в руках Рауля Менендеса. 5 американских дронов направляются к нашим городам. Это ваше оружие, госпожа президент. Мадам президент. Командор, который захватил Менендеса, вызвался возглавить вашу охрану. Он наш главный специалист по Менендесу. И он считает, что вам может угрожать опасность. Сэр, видим движение на земле. Группа противников. О, господи. Дроны! Они меняют курс. Лос-Анджелес? Так и знал, что слишком просто дался взлом целлериевого диска. Его цель — президент. Вертолет президента под обстрелом! На землю! Срочно вызывайте броню! Мы падаем! Госпожа президент, вы в порядке? Все, все. Точно? Я в порядке, да. Доставить президента в убежище. Вот жопа! Вот жопа! Успокойся! Пуля прошла на вылет! Жить будешь! Я дам тебе кое-что же! Вот зараза! Госпожа президент, дроны уничтожили борт номер один и ваш вертолет. Джонс, а что с остальными конвоями? Полиция доложила о столкновениях на улицах. Сотни вооруженных наемников одновременно нанесли удар по Лос-Анджелесу. А количество жертв? Центр эвакуировали. По первым оценкам, ниже ожидаемого. Слава богу. Мейсон, что будем делать дальше? Госпожа президент, мы доставим вас в убежище под отелем Бонавантюр в центре города. Джонсон, выведите на улицы войска и разберитесь с дронами. Командование НУРАД отправило 200 истребителей. До прибытия 5 минут. В этом и был план Менендес. Ликвидация лидеров двадцатки подорвет власть капиталистов по всему миру. Готовим нас!
радаре цели! Догнать, как я иду, вижу! А вот и они! Отключите! Не попадайте! Отлично! Приближается 90 градусов! Давай, бей! Охеренно! Пока не знаю, но узнаю. Я даже не знаю.
Синий маршрут под угрозой. Повторяю, синий маршрут под угрозой. Всем конвоям избегать района стадиона. Ждите новых данных. Мы проедем по улицам. Перегруппируемся по дороге. У нас РПГ на всех крышах, я пытаюсь. Андерсон! Ну же, блин! Вот гадина! Меня отбили! Ну и в порядке! Чёрт! Она еще целая!
Нью-Йорк-Сити. Проследите, чтобы выжила. Когда-нибудь летал на такой штуке, сектор? Нет. Так сейчас полетаешь, дружок. Бортовой компьютер должен справиться. Я поеду на скорый статус. Не отставай от меня. Попробуем догнать президентский конвой. Идентификация. Мейсон, Дэвид. Замена приоритетов. Альфа, Дельта, Эхо, Икс-Рей. Проверка завершена. Начинается цикл запуска. Собак на каждом перекрестке. Полиция не справляется. Мы не доедем до цели. Дэмилс, я на истребителе. Окажу поддержку с воздуха. Следую ваше положение. Держитесь. Больной на голову! Ты это знаешь?
мадам президент. Теперь мы знаем, как Менендес все это провернул. Теперь ясно, что Менендес хотел, чтобы его схватили и доставили на Обаму, где он и нанес удар. Троянский конь. Одиссея. С помощью целлериевого устройства он заразил наши внутренние серверы вирусом, который поразил всю военную спутниковую инфраструктуру. К сожалению, дронами все еще управляет он. Он использует спутники связи по всему миру. Какие у нас варианты? Ну, хорошие новости тоже есть. Мы отследили источник сигналов. Гаити? Аксо уже в воздухе. Приземлимся за 10 минут до времени Че. Как быстро дроны доберутся до остальных городов? При текущей скорости и траектории примерно за 10 минут до времени Че. О, Господи, а как же Китай? Ну, все дипломатические связи разорваны. Но, как видите, Пекин, Шанхай, Гонконг. Такой же опасности, как и мы. Вот и все? Неужели конец? Госпожа президент, да поможет нам Бог. Время до цели 60 секунд. Все готово. Гарпер, интерфейс работает? Все в порядке. Подтверждаю. Все в порядке, сектор. Подчистка. Внимание, мы получили несколько заданий. Нейтрализовать сигнал, управляющий дронами. Уничтожить или захватить объект Рауля Менендеса. Я за уничтожение. В прошлый раз его уже брали живьем, и что? Время до цели 30 секунд. Черт, еле принесло. Поддержки один, доложите обстановку. Заняли позицию по западному флангу, зона и здание. Группа 2, вы на месте? Так точно, на позиции с востока параллельно вашему маршруту. Отлично к 300 граней. Восток, главная группа идет на юг. Связь по необходимости. Вражеский шквал прямо по курсу. Войска силы не успевают приземлиться, их уничтожают. Нейтрализовать зенитные лазеры на крышах! Уничтожить этот сраный клан! Они занимают позиции на поддержку.
назад. Вызываю гром и молнии! Противник на мосте! Оружие активировано! Внимание! Вызываю гром и молнии! Нет времени. Найдите пункт управления и отрубите ресурсы.
группа к оружию и точный сигнал. Группа 1, доложите обстановку. Установлен периметр фасадом здания. Группа 1, переключайтесь на контрольную структуру. Территорию надо изолировать. Понял. Сигнал! Консоль сдохла. Что там у тебя? Можешь войти? Вот дерьмо. Рауль Менендес передает вживую через интернет. Он сейчас... Роскошь — это грех. И мы должны расплачиваться за нее. Лос-Анджелес был флагманом их абсурдного материализма. И я его уничтожил. Не пускает. Вскрой систему. Они думали, что я хочу убить президента. Мы в шопе. Госпожа президент, я уже миллион раз мог вас убить. Правда? Я хочу, чтобы вы это видели, знали, каково это. Дронами управляют не СГАИТИ. Что? Сэр, мы больше ничего сегодня не можем сделать. Мы не в силах вернуть управление дронами. 2 миллиарда дронами. Людей живут в абсолютной нищете, страдая. Твою от войн. Он готовится к удару по Нью-Йорку. Надо его остановить! Госпожа президент. Какого хера? Вы лишились своих военных машин. Уничтожение дронов. Ваша армия... Зачем? Парализована. Вам нас не остановить. Кардис Ди. Восстань, пока они еще не поднялись с колен. Ударь! Ударь! Изо всех сил! Так, выходим. Сектор, мы обнаружили труп. Один из наших. У него забрали форму. Не трогайте его. Сектор, говорит группа 2. По всему комплексу проходит серия взрывов. Это не Мендес. Он пытается уйти, отвлечь от себя внимание. Всем на чистоте, всем контрольным пунктам задерживать каждого, кто пытается покинуть квадрат. Даже те, кто в форме. Приказано никого не пропускать! Стойте на месте! Спокойно, мы на опасности!
стану мучеником за гордость Ди. Я тебя держу, брат. Я переживал за тебя, приятель. В какой-то момент я подумал, что ублюдок останется в живых. Сюда! До встречи, Сектор! Клянусь богом, я тебе это кресло засуну так глубоко в... жопу. Привет, Вудс. Говёно выглядишь. Стой здесь. Я же тебя пристрелил. Выходит, хреновый ты стрелок. Иди ты. Где ты, твою мать, ошивался 30 лет? Это видео запустится, когда меня убьют. Гордость Ди, хватит ждать и таиться. Моя смерть рассеет вездесущую тьму. Дэвид Мейсон, сержанту Вудсу. Еще один Мейсон? О, господи, оцепить здание. Привет, парень, заходи. Господи, Фрэнк. Познакомлю кое с кем. Эл, это Дэйв. Дэйв. Как дела? Это твой отец. Вы прям как бабы. Давайте-ка дальше самостоятельно. Мне нужны сигареты. Шрам еще остался. В тот день я тобой гордился. Я упал. Да. Но потом поднялся. Смотри-ка! А? Твою мать! Я же всю неделю тренировался. В чем дело? Сержант, у меня боязнь сцены. Как будто что-то находит. Меня наизнанку выворачивает. Мы же это обсуждали, правда? Пора уже забыть об этом драном Гордость Ди. Ну же, дыши, дыши.
Менендес! Какого хрена ты вытворяешь? Я же тренировался. Столько времени. Эй, наши поклонники ждут убойного шоу. Не облажайся. Та-та-та-фен, сеньор. Синистер. Эй, старичок, готов зажигать? Зажгу, мало не покажется. Какого хрена? Поехали, парни. Я просто ленивый. Тавьен, сеньор, синистер, Тавьен. Ну как? Давай, Менендес. Тавьен, сеньор, синистер, Тавьен. Ладно, я долго тренировался. Ладно, Менендес. Ладно, ладно, хорошо. Steve!